Доброе время суток, уважаемые рукодельницы, всем большой творческий привет. Я вам сегодня предоставляю шапку из пряжи, вот такой вот называется она Бинс от компании Artland. Подробности будут далее в ролике, посмотрите ее состав и так далее. Вязала в три сложения. Если классический пух норки с метражом в 350 метров на 50 грамм я вяжу в 4 сложения шапки для зимы, то здесь я вязала в 3 сложения, ниточка потолще. Шапка двусторонняя, смотрите, это изнаночная сторона. Пряжа с люрексом, сейчас вы увидите блеск, я буду ее немножко шевелить, и блеск будет появляться. Вот, и на варежках появился, видите, да? Вот как сейчас поймала я, потому что снимаю вечером, так как днем не могу, я на работе. На улице он особенно виден. Итак, это изнаночная сторона шапки. Выворачиваю на лицевую сторону. А здесь еще круче она получилась. Смотрите, я выделяла здесь по лицевой стороне изнаночную петлю и от изнаночной делала убавки влево, вправо. Если вы по каким-то причинам не носите вещи пушистые, да, там не любите, не носите в силу каких-то обстоятельств, можно связать из гладкой пряжи, с каких-то мериносов. Ну, в принципе, из любой пряжи. Единственное, вам придется сделать самим расчеты. А такую макушку я вам очень рекомендую. Во-первых, двусторонняя. То одну наденьте, то другую наденьте. Ну и действительно, она смотрится как фабричная вот эта изнаночная петелька в основе. Я очень часто так вяжу реглан. И смотрится такая регланная линия, как шовчик. Ну, то есть я уже говорила об этом на канале. И вот, собственно, идея родилась оттуда. Я вязала такую мужскую шапку недавно своему мужу. Я показывала в ролике, когда показывала, как вязать чепчик. Там она у меня на столе лежала. Там было точно такое же закрытие. Позже расскажу там по петлям. Она у нас отдельно будет. Там тоже присутствовала вот такая изнаночная выделенная. Смотрите, получается прям очень четко видны вот эти линии. Как будто это швы, как будто это магазинные изделия. Ну, еще дополнила я, конечно же, фабричным набором. Я прям обожаю. Хотя, казалось бы, пряжа пушистая, да, и как бы здесь ни к чему фабричный набор. Но я люблю, чтобы было прям вот на пятерочку. К ним у нас есть варежки на канале. Они уже, это предыдущее видео. Здесь я вязала 4,5 пятеркой и 5,5 основное полотно. А здесь я вязала четверкой и 4,5 тело варежки. То есть плотнее полотно, более забитое получается. Ну, пух тоже вылез. Здесь буквально и на шапке, и на варежках получается одна стирка. Теперь давайте завесим изделие. Так, нолик у нас есть. И взвешиваем шапку. Да, и вам будет не видно. Я вот так сейчас сделаю. 123 грамма. Видно, да? И варежки давайте взвесим, чтобы вам немножко сориентироваться. Пара варежек это 65 грамм. И вот такие остатки у меня остались. 4 осталось остатка, потому что от 5 моточка я извязала в шапку. Сначала вязала варежки, потом вязала шапку. То есть можно подлиннее связать. Это вам для ориентира. Сделала я ее с одним отворотом, потому что с двумя было бы очень круто. И отворот не делала фиксированным. Почему? Чтобы можно было немножко менять высоту отворота. Хочется одеть под капюшон, то можно вот так вот сделать ее анатомическую. То есть будет шапка по голове, да? Хотите носить с высокой макушкой, как носит молодежь, то можно сделать поменьше. Давайте замерим. Вот как вы ее на манекене видели, вот так, наверное, вот так она у меня была на манекене. Так, по высоте 25 получается. Вот так. В общем, замечательно, из 5 моточков получился комплект. Теперь давайте расскажу по пряже. Я рассчитывала на спицах номер 5, вязала образец резинкой 1х1, спицы номер 5. Я планировала ими вязать, но фабричный край набирал спицами номер 4. Кстати, он у нас в этом ролике будет, фабричный набор. Кому не нужно, просто набирайте обычным набором. Итак, в 10 сантиметрах у меня 18 петель после стирки. Как замеряем образец? Чуть-чуть расправляем, не растягиваем, а расправляем, потому что толщина пряжи большая, и так, чтобы она уж совсем была растянутой, ну, как бы не надо. И замеряем. Сушим, да, выпрямляем, расправляем образец и замеряем. У меня в 10 сантиметрах 18 петель. В 1 сантиметре 1,8 петли. И умножаем на 56. Я делаю что-то среднее между 55 и 57. Получаю 100 петель. И
от 100 петель отнимаю 10%, получается 90 петель. И округляю, чтобы было кратно 8, нужно округляю до 88 петель. То есть у меня здесь 88 петель. В конце видео я показываю вам шапку, замеряю до стирки и замеряю после стирки. В общем, довольна очень комплектом, не стыдно подарить, самой приятно носить такую прелесть. Берем спицы и приступаем к вязанию. Желаю вам легких петелек, девочки. Пряжа бинс. Вот так она выглядит в моточке. Вот здесь сейчас хорошо видно. Обмотана ниточка вот такими, я не знаю, как их назвать, оплетена люрексом. И сам люрекс, он попадается просто вот так вот деликатно блестит разными цветами, он голографический. И попадаются вот такие типа шишибриков, наверное, не знаю, как их назвать. Они попадаются разного цвета. Бывают голубые, бывают золотые. Сама ниточка состоит из трех нитей, одна из которых оплетена как раз-таки вот этим люрексом. И давайте посмотрим состав. У меня цвет номер 14, пыльная сирень. 50 грамм 240 метров, 45% норки, 20 мериносовая шерсть, 5 шелк, 30 нейлон, длинный ворс. Для фабричного набора мне понадобится любая ниточка, которая не ворсится. Можно хлопок, я беру диву в два сложения. Ализе дива в два сложения. Спицы 4,5, можно вот такие носочные, можно 5 штук носочных. Вот такие, наверное, всем известны уже, я их уже года 3 назад на канале показывала. И потом я уже буду вязать на леске 60 сантиметров. Не знаю, вот эти, мне кажется, маловато будут. Попробую я на этих. Итак, и основные спицы, и спицы для набора буду использовать 4,5. Беру одну спицу. Нить у меня основная в 3 сложения. Складываю 2 кончика. Просто их придерживаю. Располагаю нить, основную сверху, вспомогательную снизу. Пальцами правой руки придерживаю 2 хвоста. Можно их связать. Нить располагаю так же, как при классическом наборе. И начинаю набор. Так как мне нужно будет 88 петель, я набираю изначально в половину меньше, 44 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22. 22 я набрала на одну спицу. И еще 22 на другую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 22. Никаких дополнительных петель делать не надо. Подрежу хвостик дополнительной нити. Теперь по традиции проверяем, чтобы наборный край у нас не был перекручен. И вот эти два хвоста, которые у меня в начале вязания были, в начале набора, и вот этот вот вспомогательный, вот эту ниточку, я их связываю. Можно не связывать, но наглядно будет так понятней и вроде как поаккуратнее. Прямо на узелочек завязываю, он потом развяжется спокойно. Итак, набрали петли. Теперь подготовительный ряд буду провязывать. Удваиваю петли ровно вдвое. То есть мне нужно 88 петель. У меня сейчас 44. С помощью накидов я удвою петли. Делаю обычный накид и провязываю лицевой петлей следующую петлю. Снова накид, лицевая. Накид, лицевая. И так далее. Накид, лицевая, накид, лицевая. Одна сторона провязана. Теперь вяжем, также удваиваем вторую сторону. Почему я не люблю делать под камерой этот набор? Потому что вот куча спиц надо. Я, наверное, возьму, простите, гремят, сороковка с гибкой леской. Вторую сторону также провязываю. Контролируем, чтобы ничего не перевернулось.
накид лицевая, накид лицевая, накид лицевая и так далее до конца вот этого кругового ряда. Накид лицевая, накид и последняя лицевая петля. Вот сейчас у меня вместе с накидом нужное мне количество петель, то есть 88. Теперь вяжу первый ряд фабричного набора. Итак, провязываю накид изнаночной петлей, лицевую снимаю, ниточка за работой. Накид провязываю изнаночной петлей, лицевую снимаю, ниточка за работой. Накид провязываю, лицевую снимаю, нить за работой. И так весь круговой ряд. Лицевую снимаю, ниточку за работу, накид провязываю изнаночной. Лицевую снимаю, накид провязываю изнаночной. И в конце ряда лицевую снимаем, ниточка остается за работой. Второй и четвертый ряды также вяжем одинаково. Изнаночную снимаем ниточкой перед работой, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем ниточкой перед работой, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем. И так вяжем весь круговой ряд. Изнаночную снимаем ниточкой перед работой, лицевую провязывали. Провязываем. Закончили второй ряд. Третий ряд, как и первый. Провязываем изнаночную петлю. Лицевую снимаем, ниточка за работой. Весь круговой ряд. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, ниточка за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, ниточка за работой. Весь круговой ряд до конца. Лицевую снимаю, ниточка за работой, изнаночную провязываю. Лицевую снимаю, нить за работой остается. Закончили третий ряд. Переходим к четвертому ряду. Это последний ряд, который мы вяжем по принципу полой резинки. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Точно так же вяжем, как и второй ряд. Изнаночную снимаем, ниточку перед работой, лицевую провязываем до конца кругового ряда. Заканчиваем четвертый ряд вместе. Изнаночную снимаем, ниточку перед работой, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем. Все, 4 ряда по принципу полурезинкой резинки отвязали. Теперь далее вяжу один ряд резинки резинкой 1 на 1 и будем вместе снимать вспомогательную нить. Провязываю 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная, лицевая, спицы не меняю, то есть номер спиц остается тем же 4,5. Изнаночная, лицевая до конца кругового ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая в конце ряда. Для удобства провяжу одну изнаночную, чтобы круговой ряд начинался с лицевой петли. И повешу на первую лицевую петлю маркер, обозначающий начало кругового ряда. Теперь все распускаем. Вот этот узелок развязываем. Я развязываю с помощью спицы. И вот смотрите, там, где у нас 2, это было начало кругового ряда, держим вот так вот. И там, где у нас 1 ниточка, вот начинаем отсюда распускать. Подхватываю спицы и вытягиваю. И самое первое, вот это вот, они прям торчат. Вот эти вот штучки, такие, как петля, да, такая. Самую первую я за нее подтягиваю. Вот такая картина. И продолжаю освобождаться.
можно подрезать нить, так она будет легче выскакивать. Все, вытащили вспомогательную нить, и теперь вот если мы держим вот так спицу, вот за этот хвост дергаем, дергаем и вытягиваем ниточку. Все, и вот наш фабричный край готов. Теперь я перейду на леску в 60 сантиметров, потому что здесь сама спица короче, там длиннее, и мне на них удобнее вязать будет. И вяжу резинкой 1/1 на высоту от ворота. Отвязала я где-то 16 сантиметров. Я рассчитываю, что у меня будет вот такой подгиб, примерно вот такой ширины. Оцениваем ширину подгиба в растянутом, в потянутом состоянии. Да, понимаем, что она растянется на голове. И у меня чуть-чуть не доходит до высоты. И теперь я меняю уже на спицы номер 5, провяжу 2-3 ряда и перейду на спицы плавно 5,5. Для того, чтобы не утерять ширину своей шапки. Ну, я не буду показывать, здесь все элементарно. Итак, значит, я 2 раза поменяла номер спиц. 4,5 начала. Где-то так, чтобы не было, чтобы не выше подгиба это было, чтобы это было ниже, да, я поменяла на 5. 2-3 ряда провязала, поменяла на 5,5. Вот все окончание шапки я буду так и вязать, 5,5. 20 сантиметров до закрытия. С помощью отворота можно регулировать, кто любит шапку по голове, кто любит повыше, пониже. Поэтому я не делала фиксированный отворот. У меня 88 петель, кратно 8. Если у вас другое количество петель, оно тоже должно быть кратно 8. Выделяем изнаночную петлю. У меня первая петля ряда, я отступила назад на 1 петлю. И на изнаночную петлю поставила красный маркер начала кругового ряда. Один маркер у меня красный, все остальные у меня 3 зелененьких. Выделяем 4 клина. И так как у меня 88 петель, делю на 4, получается 22 петли. Ставлю маркер, дальше отсчитываю 21 петлю и на 22 ставлю, также на изнаночной петле ставлю очередной маркер. Снова 21 петля, на 22 на изнаночной петле ставлю маркер. 21 петля, на 22 стоит маркер. Начинаем делать убавки. Итак, в начале ряда провязываем изнаночную петлю, на которой стоит у нас маркер. И после маркера всегда будем делать убавку с наклоном вправо, лицевой петлю, независимо от того, какая стоит у нас крайняя петля. Вот в данном варианте, вот в этом первом ряду, после лицевой у нас стоит изнаночная, неважно. Единственное, проконтролируйте, чтобы она стояла правой стенкой к вам. Для тех, кто вяжет бабушкиными. Итак, после маркера убавка с наклоном вправо. Обе петли подхватываю и провязываю с наклоном вправо, подтягиваю при этом. Далее вяжу по узору. По узору у меня идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Итак, не довязал до маркера 2 петли. У меня классические петли, разворачиваю обе петли левыми стеночками к себе. Для тех, кто вяжет бабушкиными, развернуть нужно только лицевую петлю. И провязываю вместе одной лицевой за задние стенки. И получается лицевая петля у нас с наклоном влево. Далее провязываю изнаночную петлю и теперь повторяем. После изнаночной петли, на которой стоит маркер, делаем убавку с наклоном вправо. Все петли должны стоять лицевая и изнаночная правыми стенками к нам. Слева направо подхватили и провязали одной лицевой, подтянули при этом. Далее вяжу по узору до следующего маркера. Снова подошли к следующему маркеру, у нас стоит изнаночная и лицевая. Обе петли должны стоять левыми стеночками к нам. За задние стенки обе петли подхватываю, провязываю лицевой петлей. И получаем лицевую петлю с наклоном влево. Далее провязываю изнаночную
и после изнаночной, после маркера вяжем 2 вместе с наклоном вправо. Обе петли должны стоять правыми стенками к нам. Подхватываю лицевую и изнаночную слева направо и провязываю одной лицевой, подтягиваю. Провязано. Вяжем по узору до следующего маркера, лицевая, изнаночная и так далее. До маркера не доходим, 2 петли, разворачиваем обе петли левыми стеночками к себе, лицевую с изнаночной, и провязываем 2 вместе за задние стенки одной лицевой петлей, подтягиваем. Провязываем изнаночную, на которой стоит маркер, и после изнаночной делаем 2 вместе с наклоном вправо. Обе петли стоят правыми стенками ближе. Провязываем слева направо одной лицевой петлей. Далее вяжем по узору лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И нам осталось сделать одну убавку до маркера в конце кругового ряда. Итак, 2 петли до маркера, изнаночная и лицевая. Разворачиваем левыми стенками к себе. Провязываем за задние стеночки одной лицевой петлей с наклоном влево. И мы завершили круговой ряд. Вторую и все четные ряды мы вяжем по узору. То, что видим, то и вяжем. У нас попадается первая изнаночная, потом идут 2 лицевые, потом чередуется изнаночная, лицевая до следующего маркера. Подхожу ближе к маркеру, у меня идет одна лицевая петля и вторая лицевая петля, которая была провязана в предыдущем ряду с наклоном влево, поэтому я ее провязываю за заднюю стенку. Это не скрещенная петля, это можно этого не делать, можно провязывать и за переднюю, ошибки не будет. Просто так будет ровнее ложиться убавочка. Далее провязываю изнаночную. Далее у нас по рисунку 2 лицевые, то есть повнимательнее просто, вяжем по узору. И в конце второго и любого ряда, последующего четного, в конце также провязываю лицевую за заднюю стенку. Напоминаю, что это не скрещенная петля, просто так, в учебниках об этом не пишут, но иногда вязальщица так вяжет. Ошибка не будет, если будете провязывать ее как обычную лицевую петлю. Итак, начинаем третий ряд убавок. Изнаночную петлю провязываю, на которой стоит маркер. И снова делаем 2 вместе с наклоном вправо. У меня классические петли. Надеюсь, у вас тоже по кругу. Хотя восточными тоже переходят на бабушкины. Итак, слева направо обе петли подхватываем и провязываем. Вяжем до очередного маркера. Также не доходим 2 петли. До маркера 2 петли вот эти провязываем их как? Переставляем левыми стеночками к себе ближе. За задние стенки обе петли провязываем одной лицевой петлей с наклоном влево, получается убавка. Провязываем изнаночной петлей петлю, на которой стоит маркер. И после маркера убавка с наклоном вправо. Слева направо обе петли подхватили и провязали. Далее по узору изнаночная, лицевая. Также не дошли 2 петли. 2 петли разворачиваем левыми стеночками к себе. У нас уже 2 лицевые здесь. И провязываем за задние стенки. Получаем лицевую убавку с наклоном влево. Провязываю изнаночной петлей маркер. Петлю, на которой стоит маркер. И после маркера убавка с наклоном вправо. 2 вместе подхватываю петли слева направо и провязываю, подтягиваем при этом. Далее снова вяжем по узору до очередного маркера. Дошли до маркера, у нас 2 петли остается до маркера, разворачиваем их левыми стеночками к себе, за задние провязываем лицевой петлей. Сделали убавку с наклоном влево, провязываем изнаночную петлю. И после изнаночной 2 вместе с наклоном вправо, слева направо. Подхватили, провязали, подтянули. Далее по узору. У нас одна убавка еще в конце ряда. И в
конце ряда вот последняя бабочка, 2 вместе с наклоном влево перед маркером. Развернули петли левыми стеночками к себе, за задние стенки провязываем, подтягиваем. И начинаем четвертый ряд вязать по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть полностью ряд вяжем резинкой 1 на 1. Не забываем перед маркером лицевую провязать за заднюю стеночку. И в конце ряда также не забываем лицевую провязать за заднюю стеночку. И вот так чередуем 4 ряда. До каких пор так вязать вот эти бабки? Пока не останется, в зависимости от количества ваших петель на спицах, либо 12, либо 16 петель, пока не останется. Так, я провязала 17 рядов, и 18 рядом буду закрывать сейчас петли. Кто привык с помощью трикотажной иглы закрывать, значит, отрезаем нить подлиннее, вставляем в иголочку в трикотажную, и все петли переносим и стягиваем. Ну и, соответственно, хвостики все убираем на изнаночную сторону. Я буду закрывать вот таким способом, как я закрываю варежки, носки и шапки. Первую петлю ряда провязываю и кидаю ее на левую спицу. И через эту первую петлю теперь буду перекидывать все-все-все петли по кругу до единой. К следующей спице подошла, опять кидаю эту петельку и перекидываю через нее все петли. Ничего страшного, что они вот такие вот растянуты у вас. Все потом подправляется очень хорошо. Снова эту петельку на следующую спицу продолжаю перекидывать. Также ее кидаю на левую спицу и оставшиеся петли перекидываю. Аккуратно стараемся ее не утерять. Если я за нее дерну, у меня тянется нить к клубку. Итак, все закрыто. Отрезаю нить. С помощью крючка можно завязать хоть на лицевой стороне, хоть на изнаночной. Если мы дергаем за ниточку, то у нас затягивается макушка. Можно здесь по лицевой стороне, можно изнаночной. Протянули, затянули все петли. И теперь вот в это отверстие отправляем с помощью подходящего крючка. У меня очень маленький. Все вот эти ниточки. Ну и, соответственно, их если 3, то в 3 разных места куда-нибудь прячем под лицевую косичку. И снимаем все маркеры. Стирать я буду шапку шампунем и полоскать также кондиционером для волос. Есть специальные средства для шерсти, у кого есть, стирайте, пожалуйста, так. И сушим в горизонтальной поверхности. Давайте вместе замерим шапку до стирки. Пух норки он должен дать усадку, чтобы вам знать, насколько шапка станет короче. Да? Имейте в виду 36 сантиметров в длину по ширине. Как есть, где-то 21 с половинкой получается, или 22 сантиметра. И посмотрим, что будет после стирки. Теперь давайте посмотрим, что стало после стирки. Замеряем. 33 сантиметра, а было 36. На 3 сантиметра она подсела. Подсела очень здорово. Так как здесь меринос, она даже стала шире. Здесь есть процент мериноса, была 22, а в ширину, как видите, вот стала 23. Удивительно. Но это даже лучше, потому что рассчитано все правильно, и получилась она на несколько размеров от 55 до 58. Я вам желаю легких петелек, и самое главное, будьте здоровы!